Здравствуйте, в эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Фекальный пинг-понг. В одном из домов местечко Дядьково почему-то не торопятся чинить канализацию. Неприметная свалка. В ЦПК ИО сегодня высадился целый десант проверяющих, сохраняя свое здоровье. Какие сюрпризы готовит Центр здоровья при ОКБ по программе диспансеризации? Осень – традиционное время жалоб на коммунальщиков. На этот раз прорвало канализацию жилого дома в селе Дядьково. Подвал затоплен, образовавшимся смрадом жильцы вынуждены дышать ежедневно. Только вот с решением этого вопроса ответственные службы пока не спешат. В ситуации попыталась разобраться и наша съемочная группа. Такое вот водоотведение у дома номер 7 по улице Юбилейная, что в поселке Дядьково. Два месяца назад в этом доме засорилась канализация. И весь скопившийся ком нечистот направился обратно в квартиры. Посовещавшись, жители дома решили, что лучше открыть ревизию, специальную заслонку. Пусть, мол, лучше в подвал течет, чем из унитазов на первом этаже. Аварийки вызываем, приедут, тросиком что-то сделают, уезжают. А перекладывается все так же на водоканал. Водоканал раза два привозили машину они нам, хотя там моя отписка дело, что они каждый день что-то проверяют. Ничего не проверяется, как вы видите. То есть никаких вообще телодвижений с их стороны нету. А решать проблемы никто не торопится, говорят жители. Звонят в управляющую компанию, там перекладывают на ЖКХ Рязанский водоканал. В общем, настоящий пинг-понг. Правда, в этом матче проигрывают только жители дома. И спасаются своими силами. Вот у нас есть дырка. Вот. Мы это сами жильцы пробили, потому что тут стоял вот до сих вода, вот видите, все корки, все это самое. Чтоб туда уходила вода, которая канализация. Извините меня. А вся вода откуда уходит? Под дом. Соответственно, все года вот туда будут ходить. Что будет? Дом сложится, упадет. Капитальный ремонт в этом доме уже был. Отремонтировали текущую крышу, обновили фасад. Единственное, про что забыли – канализация, говорят жители. Дело в том, что ремонт ее запланирован на 2029-2031 года. Более точных сроков нет. А причина постоянных засоров всем известна. И оказалось, что в этом колодце, то есть они каждый один выше, другой ниже, это должен еще труба ниже быть, чтобы уходило. Здесь установили неправильную трубу, то есть труба выше, и он когда наливается, и обратно идет все туда. Жители дома обивали пороги всех инстанций. От кого-то приходят отписки, от кого-то обещания. Так это назвали жители. Вот ответ госжилинспекции. Работы по прочистке канализационного коллектора спланированы. Ответ пришел 2 ноября, но никакой чистки жители дома не наблюдали. Управляющая компания тоже якобы принимает меры, пишет обращение вместе с жителями, потому что канализация, говорят там, в рабочем состоянии. Канализация уличная, застой. Причем застроена так, что ее Рязанский водоканал, который обслуживает сети, даже прочистить не может. И мы писали и на Жуневу, и на Рязанский водоканал. У нас есть, наверное, 16 или 17 актов, которые мы составили, что с жителями, что застроена дорожная канализация. Но никто вообще не шевелится. Я не знаю, что делать, честно вам говорю. Жильцы рассказывают, что видят обычно, как уезжает спецтехника, причем не выполнив никаких работ. Такую картину заметила и наша съемочная группа. Осталось теперь понять, говорят жильцы, когда уберут засор. Пока ответа нет. Единственное, что могу пояснить, что население к нам уже обращалось в письменной форме. И в письменной форме им был предоставлен ответ на их обращение. А вот и копия этого ответа от ЖКХ «Рязанский водоканал». Засоры не обнаружены. И круг снова замкнулся. На жителях дома, которые вынуждены терпеть стоки от засоренной канализации 24/7. К другим новостям. Дополнительной мобилизации в России не планируется. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Он подробно аргументировал свою позицию. Вот смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке, находится в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку, в зоне проведения операции.
Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так и назвать, это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла и необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Там же на Совете по развитию гражданского общества было принято судьбоносное решение. Женщин, детей и осужденных по экономическим преступлениям теперь будет запрещено заковывать в наручники. Почему? Расскажем далее. Всероссийский запрет на ажуры, а это спецсредство, блокирующее одновременно руки и ноги задержанным, прямое следствие выступления на Совете по развитию гражданского общества журналистки Евы Меркачевой. Вообще ее истории Владимира Путина, можно сказать, даже поразили. Методы правоохранителей в отношении женщин обозреватель Московского комсомольца назвала средневековьем. Вообще это такая тенденция, когда сажают сейчас сразу и маму, и папу, чтобы они боялись и сразу давали признательные показания. А вот в случае с этой женщиной было удивительно, что она нам потом рассказала, как ее возили здесь на следственные действия в Москве в кандалах. Честно говоря, сначала не поверила, а потом у нас были еще обращения. Это вообще новая история. В этом году стали использовать так называемое средство ажур. МВД закупило порядка 20 тысяч таких средств, спецсредств, ограничений подвижности. И есть уже рекомендация от конвойного полка использовать их. Я бы очень просила вас запретить использовать такие средства в нашей стране в отношении женщин, предпринимателей, вообще всех людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях. Ну, понятно, может быть, если это террорист, если это насильник, маньяк, то можно одеть на него вот это средство, эти кандалы. Но так это просто какой-то средневековье. И уже сегодня последовала оперативная реакция на это выступление со стороны главка МВД. Разъяснение почти точь-в-точь повторяют просьбу журналистки Меркачевой. В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством Министерства внутренних дел России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. Как заметил на Совете Владимир Путин, все выступление Евы Меркачевой было подчинено одному тезису – социальная справедливость. Крайностей надо избегать, заявил президент, но большую часть предложений пообещал тщательно изучить. Рязанская область получит дополнительно больше 6 миллионов рублей на поддержку семей с детьми. Об этом глава региона Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале. Эти деньги поступят из резервного фонда правительства России. Они будут направлены на ежемесячные выплаты семьям, в которых рождается третий или последующий ребенок. Всего на эти цели в 2022 году региону перечислили больше 24 миллионов рублей. И там же, в своем телеграм-канале, Павел Малков негативно отозвался о нынешнем состоянии Солочинского моста. Сделал он это по пути в рабочую командировку в Спасский район. По словам главы региона, пока идут разбирательства в суде, необходимо поддерживать трассу в рабочем состоянии. Цитата: «Ранее получил Минтрансу постоянно проводить ямочный ремонт. Столько, сколько понадобится». Конец цитаты. Губернатор пояснил, что зимой ремонтируют мост с помощью литых смесей, которые можно применять при температуре до минус 25 градусов. И поэтому, если водители увидят в мороз дорожников на мосту, Павел Малков просит их не удивляться, мол, все по технологии. Ранее сообщалось, что Солочинский мост прослужит примерно 5-7 лет. Затем переправу закроют на серьезную реконструкцию. Но произойдет это только после того, как через Аку построят мост-дублер. В России штрафы для водителей могут увеличиться в 6 раз. Соответствующие поправки уже разработаны, пишут «Известия». Речь идет о штрафах за отсутствие ОСАГО. Сейчас тем, у кого просрочен полис страхования, приходится платить 500 рублей. Сумму эту планируют увеличить до 3000 рублей. Если водитель вообще не оформлял страхование, то вместо 800 рублей штрафа предлагают выписывать 5000. То же касается тех, кто не вписан в страховку, но управляет машиной. Также отмечается, что нарушителей будут отслеживать, в том числе с помощью камер видеонаблюдения на дорогах.
После публикации в социальных сетях новости о том, что в Центральном парке культуры и отдыха расположена несанкционированная свалка, на место сразу же выдвинулись представители природоохранной прокуратуры, Росреестра, дирекции благоустройства города и других ведомств. Что они там увидели в нашем следующем материале? Сообщение об этой свалке в социальных сетях появилось совсем недавно. В публикации сказано, что противоположный берег Рюминского пруда зарос кустарниками, и сюда сваливают мусор с остатками строительных плит и щебенки. Самодельный полигон нашли не сразу, пришлось искать тропу. Оказалось, что полигон расположен рядом, практически в километре от входа. В ходе проверки у нас установлено, что на территории Центрального парка культуры и отдыха города Рязани располагается несанкционированная свалка. Предположительно, на данный момент это почва-грунт, также с отходами железобетонных изделий. То есть в настоящее время мы проводим замеры территории Росреестра, да, управления Росреестра по Рязанской области. Также подключены специалисты Министерства природопользования Рязанской области, Приокского управления Росприроднадзора, также администрация города Рязани. Сотрудники Росреестра провели замер территории. В скором времени огласят размер импровизированного полигона. Также предстоит найти виновного – человека, который строительный мусор сюда сгрузил. По результатам проверки прокуратуры будут приняты меры реагирования. Сотрудники же дирекции благоустройства города на ситуацию отреагировали. Обещают мусор вывести. Была жалоба и на открытые колодцы. Общественники насчитали их 10 штук. Городские службы и на это обращение тоже отреагировали. А люки, говорят, закрыли. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Диспансерные субботы – наш новый проект, который уже получил отклик у жителей Рязани. И мы его будем только развивать. Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу заявил заместитель главврача ОКБ Сергей Черков. В Рязани продолжается ежегодная диспансеризация населения. На этот раз людей стало больше. Тем более, что в Центре здоровья при поликлинике ОКБ проводят еще и углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом. А 17 декабря здесь готовят сюрприз только для женщин. Готовы? Угу. Делаем максимально глубокий вдох в себя, трубочку в рот, выдыхаем. Для Ирины эта диспансеризация первая в жизни. Говорит, исследование проходит для себя, чтобы точно знать о состоянии своего здоровья. Я давно не посещала больницу, просто было интересно узнать, какие у меня анализы. Холестерин, глюкоза. Вот, узнать о рисках имеющихся, в плане развития каких-то хронических заболеваний. Тех, кто осознанно проверяет свой организм ежегодно, в поликлинике областной клинической больницы больше половины. Самая активная возрастная группа 65+, говорят врачи, но с остальными категориями здесь тоже работают плотно, а часто даже персонально. Обзванивают через голосовые помощники, посылают СМС-уведомления. Наверное, поэтому количество обратившихся растет ежемесячно, а ведь диспансеризация – услуга бесплатная. Вот только мало кто точно знает, что означает этот термин. Диспансеризация – это такой перечень анализов, инструментальных исследований, которые позволяют выявить фактор риска, выявить впервые заболевания у пациентов. Существует диспансеризация обычная, профилактический медосмотр и углубленная диспансеризация. Для всех трех видов у них разные анализы. Диспансеризация проводится один раз в 3 года до 40 лет, от 40 лет каждый год. Для повышения самосознания рязанцев в Центре здоровья при ОКБ открыли новую услугу, так называемые диспансерные субботы, и сделали их, можно сказать, тематическими, чтобы жители приходили на обследование осознанно. В прошлую субботу исследовали систему кровообращения. Следующая будет только для женщин. Диспансерные субботы, на данный момент мы ввели такое понятие, так сказать, по блокам, по скринингам. Основной посыл – это в первую очередь удобство прохождения диспансеризации, да, именно в субботний день, когда в поликлинике наиболее низкое количество посещений. И здесь позже в системе зеленого коридора возможно пройти диспансеризацию. Кроме этого, для привлечения дополнительно населения к этим вопросам, мы выводим также узких специалистов, поэтому ждем всех в субботу, ближайшую субботу, которая будет диспансерная, это 17 декабря, мы будем проводить скрининг по выявлению рака молочной железы, будет проводиться маммографическое обследование для женщин, поэтому всех ждем. К кардиологу и на УЗИ сердца в прошлую субботу пришли 75 человек. К маммологу, очевидно, очередь будет больше. Но в Центре здоровья этого ждут и обещают принять абсолютно всех.
Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.